Передаю вести снова Михайловского. Дождь идет периодически, но поднялся сильный вот такой ветер. Сильный порывистый ветер. Это, наверное, тот мужичок, да? Гваристый порывистый ветер. И, конечно, попрохладнело. Попрохладнело. Здравствуйте. Вот в такую погоду встретила подписчиков своих. Ой, здравствуйте, здравствуйте. А вы в гости к нам приехали? Мы завтра уезжаем. Вы уже завтра уезжаете? Да, я вас тут искал, тут привет передал. Да, мне уже передали, девчонки, да. А вы откуда? Брянска. Все, я помню, ваши даже смски. Видите, что погода, да, немножко подкачала? В гости пойдемте, ну, два, естественно. У нас дома куча детей, вот у меня старшая дочь тоже приехала. Да, я в курсе. Вот, и вот оставили сейчас, пошли до магазина сходить, но погода, конечно, ужасная. Хотели до моря дойти, но что-то не рискнули. Купались, все остальное. Что, и там шторм, да, сегодня? Штормище? Да, там вообще классно. Там Черное море. Слава богу, что дождя нет, ребята. Да, дождь, там вот, говорят, в Анапе позалило, в Темрюке. Анапу залило, Новороссийск, Керчь, там, Крымск. В общем, ребята, вот такая шикарная погода стоит на юге, но я думаю, что это ненадолго. Все-таки уже завтра, послезавтра, даже уже, скорее всего, завтра, я надеюсь. Не надеюсь, а обещаю даже вам. Ветер утихомирится. Главное, чтобы не было вот этих ливней. Нам эту ночь еще пережить, и все будет замечательно. В общем, вот этот вот, сейчас смотрела, заходила карты. Этот тайфун двигается. Он, во-первых, стал намного меньше уже с снимки со спутника. И двигается в сторону Краснодара. Так что те, кто собираются после 15 числа, смело выезжайте. Но сегодня вот как-то так, конечно, ветрено. Сейчас встретилась со своим подписчиком из Брянска, зовут его Сергей. Очень хорошо пообщались. Открыли они Новомихайловское, Новомихайловский, благодаря моим роликам. Здесь им все очень понравилось. И я очень довольна, что даже помогаю кому-то людям открыть какие-то для отдыха новые места. Ну все, до следующего включения, скорее всего, завтра. Море очень штормит. Вот такой ветер, конечно, на море мы не пойдем. Вот. Все. Все ждем хорошей погоды. Я надеюсь, сегодня это самый такой день плохой, который нам обещали синоптики. Конечно, ветрище дует нереально. Наверное, там в микрофоне будет шум. Ну, а всем, кто отдыхает и не может сегодня пойти купаться в море, чача, коньяк в помощь. Пока-пока. До завтра.